Ноябрь порадовал настоящей зимней сказкой. Снег не собирается таять, да и температура уверенно держится ниже нуля. А это значит, что пришло время выйти на лед. Стадион «Станкостроители» «Фоксоюз» первыми оделись в ледяные покровы. Тренеры и их подопечные уже начали отрабатывать забытые за лето приемы. Маленькие хоккеисты в полной экипировке приступили к занятиям. Уже тренируются дети 7-8 лет детской и юношеской спортивной школы по хоккею с шайбой. И здесь у нас проходит индивидуальное обучение по катанию на коньках малышей порядка 3-5 лет. 9-летний Амир ходит на тренировки с удовольствием. Во время занятий он успел поделиться впечатлениями о спортивном комплексе. Тут раздевалки хорошие, большая площадка хорошая, вот, тоже хорошая. Хорошая площадка маленькая, на которой мы катаемся сейчас. Тренер Станислав Точилов привык заниматься на большой хоккейной коробке. Маленькая площадка годится только для промежуточных занятий, то есть для оттачивания базовых элементов игры. Но огромное преимущество маленьких выходов тренер не отрицает. Дети в основном занимаются именно на коробке хоккейной стандартной, так скажем, на профессиональной, как вы ее назвали. Но здесь у нас как дополнительные занятия, мы сюда приезжаем, занимаемся именно отработкой каких-то индивидуальных навыков. Плюс на улице это, так скажем, хорошо влияет на укрепление иммунитета детей, когда они катаются у нас на улице. То есть дети меньше болеют. Основную площадку «Союза» подготовят для хоккейных баталий к 1 декабря. Остальные катки и коробки будут залиты льдом к концу уходящего года. Виктория Чиркова, Руслан Баталов. Новости Ульяновской правды.